Так, привет, мои дорогие, любимые. Сейчас вот я хочу вам снять такую штучку. У меня закончилось, у меня были уникальные такие, знаете, как бы сказать, терки для пяток. Их пемза не назовешь, их назовешь терки для пяток. Производство Польши. Вообще супер. Ну вот сейчас закончились они стираются. Они закончились, и пока новые я не купила, у меня муж заказал через интернет. Такую довольно-таки не из дешевых, я вам скажу, по моим меркам, вот такую вот терочку с лазерной обработкой она. Я не знаю, я ей еще не пользовалась, буду пользоваться только, и потом вам скажу, какая она. Вот с этой стороны она вот так сделана, видите? А с этой стороны вот такая поверхность. Везде-везде, и тут шероховатая. И с этой стороны очень шероховатая, и с этой. С этой стороны у нее такое, видите, вот такой наконечник, но это не простой наконечник. Это сейчас я вам покажу, девчонки и мальчишки. Ой, как он так вытаскивается. Вот, смотрите. Сейчас покажу. Он вот так вот выдвигается, и отсюда выдвигается пилочка для ногтей. Именно для ногтей. Вот такая интересная терка, пемза для... Стоит, если по нашим деньгам, ну то, что я покупала раньше, польские, знаете, польские терочки стоили 15 гривен буквально, можно сказать, копейки, ну 20 гривен. Если сильно постараться, можно за 25. А это 100 с копейками. Я даже точно не знаю, сколько он заплатил, но я знаю, что за 100. Вот такая вот терочка для педикюра, ну, для ног. Фирма такая какая-то Нигелон, не знаю. Написано Perfection Style. Превосходный стиль. Совершенный стиль. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, какой он совершенный. И в ближайшем обзоре или в ближайшем видео, я если не забуду, обязательно вам скажу, как все получилось. Люблю, целую, ваша Катя.